Знаете, современный мир, он не очень воспринимает слово. Потому что так много было слов, которые мы обманывали, и так много пустых слов, как шелухи, что слово, оно обесценивается, к сожалению. И достаточно сложно людям сейчас слушать просто речь. Гораздо легче видеть видики, какие-то ролики. Сейчас очень такая визуальная культура, и людям сложно держать внимание. А между тем, наши глубокие трансформации, именно сердечные преобразования, они действительно идут через слово. Не зря в Библии говорится, вначале было слово. Вообще, вот прежде чем вы создали свою семью, или ваши родители создали семью, вначале они какие-то слова друг другу сказали, такие ценные и важные, да? Но и рушилась семья тоже из-за слов, согласитесь? Что-то созидается благодаря словам, а что-то разрушается благодаря этим же самым словам. И вот сегодня нам с вами очень важно найти вот какую-то часть внутри нас, вот этого самого ученика внутри, чтобы сегодня услышать что-то. Слушать могут все. Но вот услышать – это отдельное, вообще какое-то, знаете, событие в жизни, когда мы что-то такое слышим, и это преобразовывает сердце.